Не так давно в Иванове начал свою работу Центр гражданской взаимопомощи. Это своеобразная диспетчерская добрых дел. Здесь нуждающихся в помощи связывают с людьми, способными ее оказать. Центр тесно сотрудничает со многими волонтерскими организациями города, а также правкомами вузов. Чтобы получить помощь или оказать ее, необходимо всего лишь оставить заявку на сайте wikihelp.ru. Основными задачами центра является оказание добровольческой помощи жителям региона в решении юридических, социальных, бытовых и прочих вопросов. Координация волонтерской деятельности на территории области и содействие гражданам, которые хотят принять и реализовать себя в качестве волонтера.